Так, получается, сегодня, здравствуйте, мы едем на джиги, попробуем проехать на переднеприводной мере. Всем удачи и пока. Да, это надо было со стороны снимать, ну ладно уже. Да, это джигит. Сам такой вспомнил все. Попробую, блин, вывернуть. Где тут и все. Обезьянки. А если б я телефон вытащила вместе со своей головой? Ты ж...
просто. Я думал, будет полегче. Даже не понял. Нет, было бы 4 воды, мы бы выехали спокойно. А чё? А тут была дорога вообще спокойная. Сидели просто на вот этом. Здравствуйте. Вы все сняли? Почему у нас что-то шипит? Мы что-то оторвали. Блин! Да что ж такое? Все должно быть было нормально. Я все разбирал, все чинил. Нас тоже начало спускать колесо, и не так сильно. А тут мы проехали 10 метров. Уже какие-то проблемы. Ну да, проблемы нас не покидают. Поменьше вроде стало. Самое интересное, у нас нет запаски. У нас всегда нет запаски. Когда она у нас появится. Нам всегда интересно. Когда мы купим джип, тогда и будет у нас запаска. Мне кажется, запаска у нас появится только тогда, когда мы в такую жопу встанем и просто переночуем где-нибудь. Ты что, ведущего перебиваешь, я не понял. Мне можно. Выходи, давай гулять. Там песок. Там даже камень вроде не попал. Просто песок. Вот неудачно как-то. Мы тогда ехали 2 часа, у нас только... Через 2 часа начало спускать. И то чуть-чуть. Да, ну вот камень, да. Наверх, наверное, мы поедем здесь. А у них что? Ну, поедем по другой дороге. Есть другая дорога. С чего ты взяла? Давай. Наивная, да? Я меньше знаю, что тут вообще жесть. Так она за моей ручкой аж потянулась, а вот за это заднего сиденья. Так, вот это интересно, как поступить, конечно. Очень интересно для переднего привода выбор.
нет выбора. Все, в колею потащило. Держитесь, ребята! Ребята приехали на Хайджет в Идовом, спросили, как у нас дорога, тут просто два заезда, и я говорю, что туда лучше не ехать, откуда мы заехали. Вон там есть еще один заезд, они оттуда подымались, но у них в Идовое. Он говорит, у тебя в Идовое? Я говорю, я кардан снял, он говорит, угорает. Он ничего не говорит. Он ничего не говорит, комментариев нет, короче. Место поискать более приличное. Чисто приехали людей развлекать. Супер выезд. Там песка много. ЧПД пришли на помощь. Он крыса Лариса гуляет. Любаню специально взяли, чтобы она столы варганила. Сейчас уху сделаем, будет объедение. Сейчас уху сделаем. Да там все надо резать. Ну, давай, я порежу. Ты видишь, до чего вы меня довели? Надо герметичный. Там нет герметичности из-за грязи. Грязью не держит. Че, умничаю, да? Надо подснять срочно. Сними собаку, смотри, как красиво. Сколько она стоит? Он даже не запнулся. Давай еще. Да нет, все. Не жалко. Щедрый человек на воду. Но только на воду. Это неинтересный контент. Я говорю, что лук в уху всегда нужно класть дольками, большими, крупными, потому что иначе вода будет мутная. Лук типа забирает все в себя. Все, на ютубе потом свою мудрость послушаешь. Да фу! Отдай палку! Кастрюля нарушает законы физики. Аж повторите. Солнце выглянуло. Солнце, нам вот. Нам пошло не виска. Аня, это солнце или луна? Рыба самое главное. Если не приготовилась рыба, можете идти домой. Как в ресторане надо, чтобы он еще кипел. Три, да? Шикарно. Жаль, солнца нет. Все, давай, я буду есть. Смотри, какой он так далеко кажется, не таким большим. А тут... Ой, мой хороший, приветики. Я попытаюсь.
катайся там, ну, дунуть, если... Или видно, что там остается. Че, возьму топор? Да, конечно. А лебёдка где? Под этим, под передним. Вчера не лучше. Но? А где там типа песок? Когда туда ехали, вот по этой бровке прошли, попали левыми колесами в колею, походу, глубоко было, и машина, вон следы, начала соскальзывать, и в смысле мы прям так близко были левыми окнами к луже. Эта тварь на переднем приводе что делает? Передний привод. Вот это доказательство. Не вижу. Мост ничтожен. Ничего он не делает. Но машина едет просто. Главное, чтобы не вытек вариатор на пол.
нормальную мойку с подкапотным пространством и днищем. Пятихатка ушла как за здрасте. Вошер, свяжитесь со мной. Капец, Акаидол опять вернулся. Короче, мы ехали на джигит. Он не работал всю дорогу. Начал работать только в лесу. Ему надо какой-то промежуток времени. После того, как мы дубасили в лесу, машина долго стояла, я ее не использовался. Компьютер думал, что у него была паника, что происходит, почему мы едем по лесу, а не в городе, что за нагрузки. Отключил Экоидл, мы проехали километров 50, 40-50, наверное. Он включился в лесу практически. Окей. В лесу тоже была нагрузка. И... получается, опять же он перестал работать в лесу. Что за фигня? Что-то сильно тянет. Перестал работать в лесу. Вот. И мы вернулись с леса. Ехали в пробке. Он не работал. Короче, такая тема. Вот. И только сейчас он заработал. То есть опять проехал я километров, наверное, 50 около того. Чтобы опять он там обнулился. Друг. Экономный идол. Удачи и пока.